Рэп-перископ майки.орг. Крупнейший онлайн-магазин одежды с огромным каталогом принтов ваших любимых рэперов. Огромное количество уникальных вещей по рэп-тематике. Футболки, толстовки, шапки, спортивные костюмы и многое другое. Все изделия проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Доставка в любую страну, оплата товара при получении. Ссылка в описании. Ну что, ребятки? Привет всем, ребят. Ну что? Увидели, да? Что случилось? Степа чемпион. А я хотел, сука, поставить 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Раз в жизни хотел десяточку экспрессом зарядить на Кормье и на Степу. И выиграл бы где-то 35 тысяч рублей. Нет же. Нет же. Альбомчик делаю. Трек со звонким выйдет вот-вот, ребят, уже на днях. Да, я уже приехал на студию, вот пока подключался, уже и подъехал. Давайте, ребят, поеду я, наверное, делать дальше песенки. Вчера записал одну, сегодня, надеюсь, тоже запишу. Погодка. Погодка у нас, как сказать лучше, погода у нас плаксивая. Идет дождь со снегом, теплеет. Такие дела. Привет всем, ребятки. Ну вы видели, да, что Степа сделал с Нгану? То же самое я с Васей в боксе сделаю с Бастой. Кто там? Кто там? Стучаться ко мне. Привет, привет, братух, привет. Ребят, я сегодня болел. Милан, привет. Привет. Почему в Инстаграме не на уроках? Вот это я болел сегодня, братва, если бы вы знали. Я орал на полхаты. С Водярой Блюзом делаем трек. Кто там? Да, иду. Ладно, ребят, поехал я записываться. Всем привет, всем... Блядь, я... А, блядь, пиздец, как всегда, я все забыл. Что? Где ты, блядь?
Что, женский? Да. Забыли, хули. Будь домой ехать, возможно. Да? Ну да. Что, у тебя куртофан сзади грязный? Да, да, все точно. Так вроде я постирал. Какой-то пыльный, где-то она лежала. Или где-то висела. Не, она аж на спине. Йоу, всем привет, друзья мои. Чё, адёс? Чё? А? Это в инстаграме. А чё, сигареты на? Давай. Какой идёт? Антонов. Миха, здорово, братан, ты не в городе? Чё за Миха? Я шумен. Угу. Да падет потихоньку. Воркута салют. Паривчик, паривчик. Дороги? Нет, у нас дороги в городе очень охеренные, потому что... Да, не знаю, есть еще такие города в России, как у нас. У нас лучшее здравоохранение на территории Российской Федерации. У нас лучшая полиция. У нас честные депсы, полиция, депутаты, наши доктора. Это люди, люди почти святые. Им даже не надо купаться на крещение. Никому вот из перечисленных. А что, собственно, с творчеством? А что, собственно говоря, с творчеством? В марте, наверное. Алло. Деньги звонят. Алло. Алло. Алло, где ты, кабан? Алло. Сколько еще ждать тебя, брату? Сам же знаешь. Алло. Алло. Кто это? Ну, где именно? А? Кто? Ты кричишь, самолет, кабан. Да херу. Вас зовешь, что ли? Да, сними. Алло, кабан, ты куда пропал, блядь? На мясо обещал заехать. Нет. Он расстроится, интересно, если его кабаном называть? Не знаю. Ну, смотря, кто его будет называть. Если я скажу кабан, мне кажется, ничего он не расстроится. Не, ну, смотря, как скажешь. Можно же зло сказать. Че, кабан, охуел, что ли? Погонялась у него кабан была? Не знаю. Да. Он же сам рассказывал. Ну а хули? В молодости кабан, он же толстый был, блядь. Где наш кабан, блядь? Кабан, блядь? Здесь все поет там, блядь. Муха ищет там. Кто это? Ты меня снимал? Шам, чё там, пуэра не осталось? Он тот супердед, вон, видишь? Да. Да он вообще хер меняется, да? Да. Блядь, не дед, а Арнольд какой-то. 20-20, на грудах.
Здорово! Здорово! Здоровее Видали! Братуль, здоровее Видали! Амалек! Так, здравствуй, Роман. Ты мой кумир и детей моих. Ну, спасибо и на этом тебе, родитель. Бля, так, пуэр не кончается. Я принял, Шам, я сейчас наберу. Шама там на связи? Ну, Шама написал, я говорю, а что там пуэр есть? Он говорит, не кончается. Так, ребят, по-моему, я буду в Донецке, Луганске. Не, я... Давайте я лучше не буду загадывать. Ребят, пишу альбом, записываю. Очень стараюсь. Уже начал трек-лист формировать. Так что потихоньку снова все начинает уже собираться воедино. Так, ребят, ну что, я приехал опять на студию. Что, погнал я, давайте. Снова запись, снова дела. Снова дела. Рома Арнольд. Да, мне нравится мое прозвище. Рома Арнольд. Я действительно Арнольд. Постарел, говорят. Ну, ребят, во-первых, день за три идет. Это во-первых, да? Во-вторых, вы не видели просто моего тела. Может, на лицо я старый. Бать, что с моим телом? Оно молодеет. Он кубик. Где ключ? Все, я погнал. Всех люблю, всех целую.